Газаев в предстоящем сезоне сыграет за «Шинник». Речь идет о сыне главного тренера. Полузащитник Руслан Газаев заключил с черно-синими контракт на 2 года. Кроме отца, в новой для себя команде у футболиста еще один знакомый. Пару лет назад во втором составе «Крыльев Советов» Руслан играл вместе с нападающим «Шинник» Александром Алхазовым. Впрочем, еще неизвестно, будет ли Газаев-старший тренировать младшего. Напомню, наставник «Шинника» не исключает своего ухода из клуба.